Ты знаешь, что ты натворил? Ты украл часы в школе! И очень дорогие! Да блин, ну это же не повод отправлять меня в тюрьму! Еще какой повод? Мордой к стене! Быстро! Да все, все, повернулся! Только не бейте, пожалуйста! А вот бить или не бить, я уже тут буду решать! Александр! Ой, это новенький, да? Да, отведи его быстро в камеру! Так, там пойдем вроде за мной. Бы... Да иду, иду, ну капец какой-то! Тут свобода две, а думаю то, что его... Давай поближе в эту камеру его пикай быстро! А-а-а! Ну просто шикарно! Вот что вы понимали, ребят, совсем недавно я сбежал из школы, собрал там часы, при помощи которых можно останавливать время, и меня сейчас в тюрьму посадили за то, что я украл те самые часы. Блин, ну борщицы тут какие-то ходят заключенные, но тут совсем мне не место. На улице еще темно, походу там очень глубокая ночь. Не-не-не, надо отсюда по-любому сваливать. О, кажется, нужен напильник. Окей, ладно, давайте посмотрим, что у нас есть. Есть картина какой-то лягушки. Эта стенка выглядит хрупкой. А, это, судя по всему, вот эти вот трещинки. О, напильник, прикол. Подождите, а для этой штуки как раз-таки нужен напильник. Блин, там уборщица сейчас спалит еще. Ладно, сейчас пройдет. И попробую отпилить вот эту вот штуку. Так, ладно, надеюсь, никто не заметит. Начинаем пилить эту штуку. Напильник сломался. Это что еще за звуки? А! Так, заключенный, это ты тут шумишь, да? Я слышал звук напильника. Небось, хотел сбежать, да? Да не-не-не, никакого напильника, правда? Много раз я это слышал. Еще раз. Ты будешь пилить. Получишь по полной, а пока получи заряд. Да тихо-тихо, зачем за это у меня? У меня правда ничего нету, вот можете в карманах посмотреть. Да-да. Ой, а что это тут? Что-что тут? Ты хочешь сказать, что, ну, вот эта прекрасная вещь сама покрошилась, да? Хочешь сказать, что это тюрьма старая, да? Не-не-не, я ничего не хочу. Ладно, все, я больше не буду пилить. Если еще раз спалите, можете бить меня дубинкой, ну а сейчас не надо, вот. Если еще раз спалю, я тебе ударю дубинкой и ударю шокером, ты меня понял? Да понял, понял, все. На тебе еще раз. Все, я все понял, я все понял. Эх, такой молодой и уже в тюрьме. Да вот именно такой молодой. Блин, ну это вообще капец. Так, тут походу больше ничего нету. Эта стенка выглядит хрупкой. Блин, ну я конечно могу ее ломать, но это будет целую вечность. Ладно, здесь по-любому еще что-то есть. Блин, походу тут реально больше ничего. Заключенный, обед у нас. А ну быстро мордой к стене. Да-да-да, все, встал к стене, встал к стене. И даже не вздумай дергаться, а то получишь у меня, сядешь в карцер на неделю. Я понял, понял. И быстро за камеру иди. Да все, иду, иду. А где обед? К стенке снова, к стенке вот этой. Все, встал к стенке. В этой стенке стань, куда ты ключам стал? Отлично. Ты что, наручники снял? Не-не-не. Решил сбежать? Да нет, я правда, это вы случайно сняли, судя по всему. Ладно, все, давайте, ведите меня. Идем. Не парься. Давай я тут посмотрю за заключенным, а ты своди его на обед. Ладно, все, давай быстро. Сейчас иначе дубинкой тебя ударю. Да все, иду, вперед, иду. Вперед. Ага, так, да все, иду. Куда мне садиться? Быстро сел сюда. Ага, о, сажусь. Так, это твоя еда на сегодня. Что это такое? Почему ты наручники? Не снимаю. Да не снимаю я наручники. А как я буду в наручниках есть? Ты меня не волнует. Ешь ртом без рук. Ладно, так уж и быть. Сегодня я добрый. Ага. А завтра будешь есть ртом. А можно мне приборы хоть какие-нибудь там? Ладно, держи ложку. Ладно, спасибо большое. Хорошо, я поем. Очень вкусно выглядит, как стейк. Спасибо, моя мама готовила. А что это там? Ой, простите, пожалуйста. Что там? Да, ну вон, сзади вас. Сзади вас, вон там. Где? О, Людочка, можешь мне тельские яйца по-калабрийски приготовить? Ты что, на моего охранника решил что-то сказать? Не-не-не, показалось, судя по всему. Ладно, спасибо, я... Показалось, сейчас тебе дубинка покажется в твоей голове. Сейчас я стол допротираю и приготовлю тебе твои вареники. А чё у нас уборщица и повар это один человек? У нас мало бюджетная тюрьма, что ты хочешь? Я наелся, все, спасибо, можно мне, пожалуйста, в камеру обратно? Почему ты не доел? Быстро взял кусок в зубы. Да, ладно. Да все, съедаю. Все, съел, вот все. Молодец, быстро поднялся. Все. К стене морду. Да все, припарковался к стене. А теперь иди в свою камеру. Да иду. Только попробуй.
попробуй шлахнуть не в ту сторону, сразу получишь у меня. Хорошо, хорошо. Вот она, моя камера. Отлично, морда к стене. Да-да-да, все. Заходи в камеру. Захожу, спасибо, было очень вкусно. О, очень приятно слышать. Каждый день тир такое будешь есть. Блин, спасибо. Свидись с миром, острый койки. Ух, ребята, ну вообще жесть какая-то. Но мы не с пустыми руками. У нас есть ложка и у нас есть какой-то ключ. Не знаю, от чего этот ключ, но попозже разберемся. Так, ладно. Знаете, судя по всему, вот эту хрупкую стенку можно копать. Так, подождите, знаете, что я сделаю? Я вот этот плакат сниму и попробую выкопать. Так, вроде бы копается. Всякие эффектики есть. Судя по всему, эта ложка для этого и нужна. Новенький, ты что там делаешь? Я? Да, плакат решил перевесить. Вот в этом месте, по-моему, получше висит. Вам тоже так кажется? Кстати, да, прям засчетное место. Как тебе обед, кстати? Ну, ваш, скажу, выглядит гораздо аппетитнее, чем мой. Ну, не очень. Да? А вы добрый, да? Ну, не совсем, не совсем. Не совсем? А может получится как-то договориться, чтоб я отсюда вышел? Нет, ты что говоришь вообще? Да, все. Какой вышел? Все, простите. Совсем уже новенькие пошли. Так, ребята, блин, меня чуть не спалили. Ладно, давайте попробуем выкопать. Мы потом этим плакатом, так сказать, завесим вот эту стенку. Главное следить, чтобы меня никто не спалил здесь. И уборщица, главное, чтобы не зашла мой номер, блин, убирать. Кстати, тут две кровати. Тут, судя по всему, могут кого-то подселить. Ладно, так, продолжаем. Ага. Офигеть, ребята, я прокопал выход в соседнюю камеру. Вот я тут завесил. Так, ладно, я вижу тут какая-то карточка. Новенький, ты где? Так, возвращаемся. Санек, иди сюда. Че, новенький пропал? Да вот же он стоит, ты че? Разуй глаза. Его только что не было. Все как-то подозрительно. А ну, заключенный, быстро к стене. Да-да-да, все, к стене подошел. Так, здесь ничего нету, здесь тоже. Ты под койкой быстро, смотри пока что. Так. Да проверяйте. О, тут Гоша есть. Гоша? Да, паучок Гоша. Пауки, я пауков боюсь. Ты что, совсем дурак, что ли? Ты представляешь, что он сделал? Он на своем подбородке набил тупое лицо. О, боже, понабирали всяких там совита. Ты что стоишь, смотришь на меня? Быстро выходи отсюда. Спасибо, что подмели. Кто меня закрыл? Саня! Сань, ты чё ржёшь? Да я не ржу, извините. Саня, открой дверь, мне кто-то закрыл. Да у меня ж тупое лицо. Чё ты сказал? Сейчас дубинкой тоже получишь. Ну, слушай, выберись. Я ни при чем, я даже помочь вам не могу. Ладно, выходи. С твоей шутки, мы поговорим потом. Ты, кстати, ходил на обед? Там нет. Людочка такое рагу сделала. Сходи, да, покушай. Пошли скорее. О, так, ребята, у меня есть шанс облутать до конца эту штуку. И здесь дверь не закрыта. Здесь я смогу, в принципе, свалить. Так, они пока там в столовке. Давайте посмотрим, что тут есть. Но карта доступа. Откуда эта карта доступа вообще? Так, подождите, я знаю, что сделать. Мы будем закладывать вот этот проход ящиками. Так, в принципе, надеюсь, этого никто не заметит. Правда, блин, это слишком палевно. Ладно, так тоже пойдет. По крайней мере, так будет не слишком заметно. Отбой! Все ложимся спать! Ложимся спать! Ложись спать и даже не думай ночи сбегать. Я слежу за тобой, за каждым твоим дыханием. Да мне некуда сбегать, то мы бы в тюрьме, блин! Ладно, так. Отбой! Эй, Санек, давай тоже вздремнем. Да у меня есть киношка неплохая новая, пойдем глянем. О, серьезно? Так, все, судя по всему, они все свалили, и у меня есть шанс. Эту коробку мы переставим сюда. Судя по всему, никто не ложится спать. Ну, я думаю, мои братаны, так скажем, меня не спалят. Там уборщица, блин, что-то я про нее вообще забыл. Нужно ее как-то отвлечь. А как ее отвлечь? Я знаю, я выкину ложку. Она ее подберет и понесет относить на кухню. Вот это не свинья, конечно. Это что, ложка? Что она тут делает? Надо ее на кухню отнести. Опа, ладно. А чего эта карточка? Может, эта карточка карта доступа от выхода? Сейчас быстренько проверю. Охранники там. Так, подождите. Нет, доступ запрещен. Блин, ну, в эту дверь я даже не буду пробовать идти. Ладно. Так, подождите. У нас там еще была на кухне дырка, куда можно карточку вставить. И вот здесь вот карта. О, так, подождите.
Подождите, я прошел в какое-то помещение. И что это за помещение? Ящики все заперты, как назло. Так, и господи, паутины-то тут сколько? Тут вообще убирались когда-нибудь или нет? Так. Электрошокер, это мы возьмем. Что у нас тут еще есть? Кстати, у меня же ключ какой-то есть. Может, он как раз-таки от ящиков? Я сам... Он от ящиков, этот ключ. Снотворное, это мы возьмем. Так, что тут паутина? Рация и пусто. Так, ну слушайте, неплохая находочка. Ночной обход. Быстро всем встать у кровати. В смысле у кровати встать? Блин, сейчас меня спалят походу. Так, ладно. А ну встаем. Ага, так, подождите. Оп-оп-оп-оп. Перебегаем. Главное, чтобы меня никто не увидел. И вернусь через эту комнату. Так, оп, заставляем. О, все, и встаем рядом с кроватью. А так, я... Так, давай к стене. Да-да-да, к стене, все, стою. Заключенный 3, вставай скорее. Ладно, ложись. Саня, хорошо. У нас заключенный 3 не встает. Возможно, он мог сбежать. Саня, прикрой меня. Давай, заключенный. Давай. Боже, спят как убитые. Все хорошо. Так... А ты чё на меня смотришь? Сбежать решил? Не-не-не, ни в коем случае сбежать не решил. Вот, только дубинкой меня не бейте, пожалуйста. Я вот примерный заключенный, лежу на кровати, ничего не делаю, всё, не встаю. Молодец, можешь ложиться. Ага, все, спасибо большое. Отбой, ребята. Ух, ребята, это просто капец. Но, по крайней мере, у нас есть снотворное. Не знаю, судя по всему, оно нам пригодится в будущем. И рация. Можем связаться с кем-нибудь и шокер для того, чтобы кого-нибудь оглушить. Ну да, надеюсь, это нам пригодится. Ах, ладно. Судя по всему, ночью мне ловить нечего. Тут еще и борщица. Можно, в принципе, и поспать. Ах. О, господи! А ну, встаем! Встал! Что случилось? Заключенный к стене мордой. Это все. Я у стены, как обычно. Угу. Так, отлично. За камерой и также к стене мордой. За камерой? Сюда, вставай быстро. А, понял. Так, иду, все, обстал. Так, идем за мной. Даже не думай сбегать. А куда мы идем? Мы идем мыться. А, мыться? А то воняешь, как не знаешь что, спать не давал. Да еще что? Его сериал ужасный, вот этого Санька. Фу, кто вообще смотрит турецкие сериалы? Вставай сюда. Так, ладно, все, встаю. Ладно, чтобы тебя не смущать, хотя бы отвернусь. А можно наручники снять? Чё такой неженка? А, спасибо всё. Большое. Да, так, я все. Ой, чё, у вас только холодная вода, что ли, есть? Да, ты что, думал, что здесь тебе будет рай какой-то? Вряд ли дождешься здесь этого. А можно я, пожалуйста, вон там вот помоюсь? Просто тут ветер откуда-то дует. Ладно, сделаю тебе исключение, иди туда. А, спасибо большое. Я за тобой буду получше следить. Да, а можете отвернуться? Вы меня смущаете, правда? Неженки появились тут. Ой, все, я, в принципе, скупался. Да, спасибо. Подожди. Могу идти в камеру. Подожди. Ой, фу, так же ужасно воняешь. Куда ты собрался? Наручники-то еще не одеты были. А теперь иди. Все, иду, только не бейте, пожалуйста, это. Людочка, иди сюда, навалишь мне алькартрач немного. Фу, алькартрач, хочешь попробовать? Я даже не знаю, что это. Хотя, я думаю, стоит тебе это попробовать. А что это такое? Лучше тебе не знать. Так, где там твоя камера? Вот она. Простите, миллион охранников и этих заключенных путаюсь уже. Все, я... Так, открываем, снимаем. Так, и чтоб ты не расслаблялся, вообще шокера. Спасибо. Все, давай, удачи. И не даже не думай сбегать. Да не думаю сбегать. Так, ребята, у нас еще мыло появилось. Давайте посмотрим, что делает рация. Ой. Ё-моё, рация, что ли, сломалась опять? Пойду посмотрю. Подождите, я включаю рацию, и он пошел ее смотреть. А куда он ее пошел смотреть? Я что-то его даже не увидел. Надеюсь, меня тут не спалят. Так, вроде бы никого нет. Ладно, я сейчас прослежу, откуда он выйдет. А, значит, при помощи этой рации можно отвлекать кого-нибудь из охранников. Так, вроде все нормально. Ладно, вернусь к своей трапезе. Опа, так, судя по всему, он ходит. Так, давайте еще раз на всякий случай проверим. Активируем рацию. Да ё-моё, что опять с ней? Надо точно будет к технику сходить. Ну ладно. Все, так, ладно. Судя по всему, мыло мы можем кому-нибудь подбросить, чтобы он подскользнулся. Так, я знаю, я положу сейчас мыло рядом со своей камерой. И когда охранник в следующий раз здесь будет проходить, он на нем
нем подскользнется, да? По логике это должно сработать. Так подожди, мне показалось, что ли? Почему дверь у заключенного открыта? Александр, подойди сюда! А я чё? Я только на склад ходил, раз и чинить. А да, на склад и забыл закрыть дверь за заключенным. А если бы он сбежал? Я не открывал. А где он? А где он? Подожди, подожди, я мне показал. Что? Ты чё, напутал камеру? Ай! Боже мой, с кем я работаю? Ты чё, офигел? Да он только ж... Я здесь, в этой камере был, вот так и стоял. Показалось. Ладно. О, чё, не спалили? Так, блин. О, они дверь не закрыли, слава богу. Так, хорошо, они все с той стороны. Ага, уборщица... Блин, уборщица палит, вот она не в тему. Да-да-да, подметай там, Ой, подождите. Я сейчас втихаря к своей камере положу мыло. Все, сваливаем. И быстро в свою камеру. Так, нужно теперь призвать как-то. Охранники! А! У меня тут этот унитаз сломался, можете посмотреть? Ты чё тут орёшь? Унитаз сломался, 100% контрабанда там. ПКМ, ограбить охранник, чё? Карта доступа! Витёк, ты чё не вернулся? Я тебя тут очень... Витёк, с тобой всё нормально? Витёк, вставай! Слышь ты, это ты сделал с ним? Нет, он по... Раз провинился, убирайся тут теперь. Да, хорошо, хорошо. Да я же ничего не сделал. Господи, блин, все время какая-то подстава. Ну ничего, ничего. Сейчас все, я тут все приберу. А там все нормально со вторым охранником? Да, он стал, тебе повезло. Он же сказал, что... Отправился бы в карцер, понял? В следующий раз такое тебе не прокатит. Да, а вы спросили у него, я же ничего не делал. Ну, может, он не в своем уме и не увидел, как ты его сзади ударил, а? Да куда ударил? Он же передом ко мне. Ай, господи. Все, я все прибрал. А теперь в камеру его веди. Да меня... Ладно. Пойдем. Иду, хорошо. К стене быстро. Да все, встал к стене. Только снимите побыстрее. Так, все. А? Блин, ты завтрак пропустил, поэтому держи. Рагу. Спасибо и большое. И чтоб не хулиганил, понял? Да я не буду хулиганить, обещаю. О, еда, наконец-таки. Да ё-моё, она чуть отравленная. Вот так вот и доверяй этим охранникам. Но ничего. Пока один там на больничном. Я ща в рацию одного этого пшикну. И подождите, откуда вот эта карта доступа? Я не понимаю. Блин, это, судя по всему, либо от комнаты охраны, либо от кухни, либо откуда-то еще. Так, подождите, уборщица ушла. То есть в теории кухня сейчас должна быть свободна. О, ща побыстренько мы туда сбегаем и посмотрим. Возможно, эта карточка именно отсюда. И нужно проверять весь пол. Да, эта карточка отсюда. Так, ладно. Что тут? Холодильник, одна гнилая плоть. Здесь тоже ничего нет. Бутылка воды. Ладно. Еще одна ложка. Прекрасно. Так, все, больше здесь ничего. Подождите, там уборщица. Ой, что-то воды захотелось. Пойду схожу за бутылочкой. Ты какой воды? Ты куда? Ты откуда вылез? Так, блин. Так, ладно. О, поставлю бутылочку вот здесь вот и снотворное туда закину. О, а что тут вода делает? Видимо, Люда не донесла. Ладно, пойду попью. О, так вот. Он пьет воду. Опа, сработало. Так, стоп. Этого охранника мы еще не грабили. Так, посмотрим, что у него тут. Еще одна карта доступа. Ладно, и... Что у него на подбородке? Ладно, все, возвращаемся быстро в камеру, Слушайте, у нас уже куча карт доступа. Это у нас получается от склада, это у нас получается от кухни. Вот это, судя по всему, от комнаты охраны или выход. Вообще, знаете что, у меня-то шокер есть, а этот вроде спит. Александр, ты че на рац не отвечаешь? Ты куда пропал? Блин, нет, там еще и этот Подожди. Идет. Подожди, что с ним такое? Ну-ка, он вообще живой? Быстрее. Да, вроде бы... Пусть они пока там разбираются, карта доступа. Да, подошло. Так, что тут у нас? Паутина. Еще одна карточка доступа. Так, здесь больше ничего нету. Ага, выходим. А ну, кто там зашел в камеру охраны? А ну, стоять! Тихо, где нужная карточка? А, до свидания. Он вышел. Отошли отсюда, у меня электрошокер. Лови его, скорее. Не ногу.